Уникальная экологическая программа уже 6 лет реализуется в Московской области. Акция по сбору и утилизации автопокрышек. Она так и называется – шина. Отработавшую авторезину централизованно собирают и сдают на переработку. Итоги прошлого года подвели в здании правительства Московской области. Программа «Шина» реализуется Фондом рационального природопользования при поддержке Министерства экологии и является частью системы раздельного сбора отходов. С этого года захоронение шин запрещено, но в регионе уже несколько лет ведется планомерная работа по созданию инфраструктуры сбора изношенных покрышек от населения, отметил зампред правительства министр экологии Дмитрий Куракин. Он поблагодарил за активный сбор шин и за пропаганду этой работы волонтеров, экологов, специализированной организации, а также власти муниципалитетов. 3 миллиона или почти 8 тысяч тонн автопокрышек собраны и утилизированы только за 2018 год. Такая вот большая вовлеченность людей и такое чувство сопричастности, оно дает нам совершенно колоссальный эффект. И поэтому мы всегда поддерживали и всегда будем поддерживать такого рода инициативы и будем сами принимать их самое активное участие. Лидером программы «Шина-2018» среди муниципальных районов стал наш. В Щелкове организовано больше всего площадок для сбора покрышек – 5, и показан самый серьезный результат – 195 тонн. Грамоту за первое место вручили заместителю главы администрации Щелковского района Анатолию Дергачеву. Муниципалитетов Московской области близко к тому, что организовал Щелковский район, пока не приблизился никто. Нашей делегации также вручили сертификат на создание информационного видеоролика на тему экологически безопасной утилизации шин. На территории Щелковского района эта программа реализуется уже 3 года, и все 3 года мы получали грамоты и награды. Это важно для нашей работы. Но самое ценное то, что в этом году, в 2018, было собрано более 195 тонн шин. И это, безусловно, внесло свой результат в создание благоприятной экологической обстановки в нашем районе. В этом году программа «Шина» получит дальнейшее развитие. Нововведением станет установка специализированных контейнеров для сбора шин и расширение технологических линий по переработке авторезины. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».